Всем привет, друзья! Канал «Будни тракториста». Сегодня 6 августа, среда, время без 5:08 утра. В общем, процесс уборки ячменя у нас встал, хотя он даже не начинался. Вчера был пробный скос, который показал то, что много зелени и придется, наверное, еще подождать. Ну и получили с Олегом Леонидовичем наряд на... Да-да, на крокодила Гена. Леонидович сейчас отцепляет культиватор, цепляет БДТ. Едем на Зареченское поле, которое было у нас первым и было предпоследним в уборке озимой пшеницы. Никто не предупреждал нас. С утра позвонил начальник Александру Петровичу. Масса, как всегда, выключена, а тумблер нет. Так я и думал. Ну и ладно. Надеюсь, трактор заведется. Позвонил Александру Петровичу начальник. Сам уехал в Рязань, наверное, за запчастями. Поэтому обед я с собой не брал. Ну ничего. Думаю, приедут, нас не бросят. Тем более, рядом с поселком работаем. Да не наверное, конечно, приедут. Так. Дискатор. Трактор, бля, конечно, криво стоит. Масло проверять бессмысленно. Да хуя. Если он в ту сторону лежит, еще масло есть, это да хуя. На удивление все сухо. Так, может Максим заправит? Ладно, в коробке даже масло смотреть не стоит, так как подлить его сейчас будет проблематичным. Так, водичка есть. Вот канистры с маслом пустые, придется набрать. Ладно, займемся походом за маслом. Вообще-то перед тем, как пойти за маслом, я думаю, лучше его, наверное, завести. Пускай работает. Мой бардак, который никому не нравится. Да мне похуй. В общем, заправляюсь. Заправка, конечно, заправляется дольше, ребят, чем бензовозом. Бензовозом ловчее. Но ничего страшного. Сейчас надо еще сходить спросить, до скольких въебывать. Все, поехали. Продул. Кассету. Фильтрующий элемент воздушного фильтра. Ну, вперед. Начинали первый день уборки. Кто смотрел, тот помнит. Это Серега на моем тракторе опахивал здесь. В общем, Леонидович меня догнал. Пойдемте убирать опоры.
летишь, гоняй, колеса потеряешь. Ой, черт. Это он сразу на разворотный, чтобы отбить. Еще не знаю, как у меня с глубиной дела обстоят. Может, регулировать придется. Резать будем без диагонали, Леонидович? Ну, конечно. По севу прям как, да? Конечно. Головную боль не находить надо. Конечно, чтобы культивировать, хуировать их здесь сразу. Да, конечно, она что? Перед зимой все равно тяжелым придется здесь проходить. Отрежем загонку. Правда, есть один ряд столбов на этом поле. Специалист, агроном, как банный лист.
мы работаем без на пару уборочной страты. Мы работники села, механизаторы. Буханка на обед за нами. Хожу нахуй, всю землю сейчас соберу в кроссовке. А где остальные чемоданы? На базе. Что, сейчас на базу поедем? Да, без обеда. Думаю, Сигурь бой отсюда поедем. Ну, дороги вот съеду. Я отъеду дорогу, думаю, блядь, можно нам проехать. Так, да? Ну да. Я на это тоже рассчитывал. Так, обед закончился. Время без 15. Час дня. До базы Игорь вез. Уже с базы, как обычно, всех развозил на обед я. Работали, а уже Бойковским похуй, все поля сожгли нахуй. И рядом с Ухловым, и не рядом с Ухловым. А я тюрьмы боится, да, Лев? На старости лет не хочет, блядь.
пиздец. Его в годах бояться уже нехуй нахуй, ёбаный урод. Ладно, поле наше. Олег, тартара спиздили. И слава богу. Слава богу. Пойти маслиц в коробке посмотреть, блядь. С утра уж я не стал, блядь. Так. Так. Ой. Чё-то с обед работать не хочется. А надо. Да, подольем, бля. Над нами тучи. А вот там он дождь идет. Так, наверное, сейчас нас накроет. А вот через речку маяк убирает рапс. Мы когда ехали, я показывал. Кабанки стояли. Ветер поднялся. Вот там молния сверкала уже. А эта куча вот за нами уже зависла. Пока что в ожидании. Я думаю, сейчас будет. Вообще жесть! Око помыть пока что ли? Град лупит офигенный. Откройся, дверь. Я хочу выйти. Вы послушайте, град какой лупит.
только что ездил, а уже болоты. Вот и трактор помыли. Мне вода уже пришла. Блях, муха, вдруг течет. Леонидыч-то, а? Леонидыч, ты где? Леонидыч не видать. Ну, вроде бы закончился. А толку-то? Вода в бороздах стоит даже. Вот это он прошел 5 минут. Надо этот плачек добить хотя бы. Я так думаю. Добьем. Бляха-муха. Вот это я зря, конечно. Каток, блядь. Да нет, в принципе, сейчас ломиком его подобью. Ничего, я думаю, отойдет. Но диски, конечно, блядь, налипли хорошо. Все, вон он ушел, дождик. А здесь уже небо голубое. Все мое родное. Всех люблю на свете я. Это родина моя. Да. Класс. Я в тапочках. Нахуя я носки одел, непонятно. Снял с обед кроссовки и одел шлепки. Надо было носки снять бы нахуй. Ну да ладно. Сейчас, наверное, почищу. Леонидыч, наверное, уже с ломом там упражняется. Да нет, стоит.
Рисковка наша закончилась. Уже подъезжаем к базе. Впереди едет Акрос СПК «Маяк». Его таскает по дороге. Главный вопрос, был ли дождик у культиваторщиков, которые на парах у нас работают. Ну все, приехали. Акрос «Маяка» у нас ставят. Ну и мы ставим у себя свои же трактора. Все, Генка, отдыхай. И я тоже пойду отдохну. Сейчас мы окошки закроем, а то мало еще вольет дождичек. На сегодня рабочий день закончен. Подвезли меня до дома, чтобы не идти от «Маяка». Опять дождик опять. Тучки, дождички. На культивации у ребят дождя не было. У нас влил хороший. В общем, посмотрим, какие завтра будут дела. Вот горы махают. Ну, а сегодня все, друзья. С вами был канал «Будни тракториста». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте положительные вещи для развития канала. Всем удачи, пока, до завтра. У Пети 12 яблок, у Коли 8 яблок, а у Саши в жопе соль. Кто бежал из колхозного сада последним? Ha 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 ha!